Сейчас черепахе будем давать рыбку, такую первый раз, карася. Рыба пресноводная. Посмотрим сейчас, как она будет есть. Запах. Она еще, наверное, в новом тазике боится. Что, зритель? Ну, попробуем. Если она сейчас не будет такой есть, это большой кусок, тогда порежем ей, да? Ну, да. По идее, она лапами должна отрывать. Они же в природе находят такую рыбу дохлую, едят. Типа спрятаться, но он хочет. Ага. Она обычно в аквариуме куда-нибудь уплывает в сторону и ест. А это из-за того, что посадили в новую. О, маленький хищник. Утяг мясо отрывает, говорит. Утяг. Да, вот так не давай, да, разрывать. Ой, черепаха заодно это себя, да, и развивается, то, что тянет, вот это отрывает. Она же так должна делать. Ну, что за пальцы тянется, блядь. Утюкую. Такой тянет. Не могу оторвать кусок. Я хочу сейчас вот так снять. Вот отсюда, как она трепать будет. Ну, ну что же, с пихом есть. Ну да, куда спешить? Вот так куски. О, тут она, видишь, хорошо рвёт, да, и сама. Да, я знаю, что она чистит. Я такой не взят уже. Ну, вот она съест, так съест, да? Зеленый.